На пятачке, его оставили прямо на пятачке. Сейчас я тебе поснимаю. Да, здесь чекер запахнет. На трех человек больше. Да они сделают все равно. Тарас, пошел! Забили, да? А, нет, надо подожди. Вон они еще пришли. Да, и больше. А в тот раз, первый раз мы были, все тут полно было. Ребята такие кавказские, еще не такие. Да, они вообще хоккей не понимают, как они могут. А? Обычно они хоккей не любят совсем. Кавказцы? Да. Они же не играют. О, блин, Хорошо, хорошо.